Попробовал прорасти горошек. В магазине продается круглый такой, сухой. Залил вот так водой вчера вечером, ну, примерно плюс-минус. Он эту воду всю в себя вобрал, и с утра уже первые проростки появились. Немножко надо, наверное, подождать, пока побольше прорастет. По вкусу напоминает обычный горошек, который с грядки едим. Вкусный, и поэтому еще сразу же сделал, сейчас залил. В общем, такая пища получается и недорогая очень. 40 с чем-то рублей пачка стоит и вкусная. И вроде бы полезная. Для зимы особенно, потому что там много белков, жиров. И плюс провожу сейчас эксперимент. Без сои сводит руки по ночам. Вот решил попробовать другое бобовое. Заменить сою, так как она невыгодна. Сырую ее есть невозможно, она невкусная, как и все остальные бобовые. Вот исключение, наверное, горошек, может, еще что-то. И еще и попробую найти вот это соевое мясо. Оно достаточно, намного дороже получается, чем горошек.